родом из Иерусалима. Последний день праздничных каникул. Завтрашнего дня у всех нас начинаются рабочие будни. И потому нас ждет вечерний азерчай манго. И вот такое печенье. Печенье Посиделкино называется. Любимое овсяное с ароматным миндалем. Действительно очень ароматное, очень вкусное. Выпускается в соответствии с ГОСТ номер 1. Ну что, друзья, мы пьем чай и готовимся к началу первой рабочей недели в этом году. Всем удачи, всем позитива, всем хороших эмоций. Пока-пока, мои дорогие. И две вот таких замечательных желтых, желто-рыжих. Весь год они будут со мной на рабочем столе.